Незрячим детям сделали полезные подарки. Правительство Москвы подарило ребятам специально разработанную азбуку для первоклассников, книгу с занимательными заданиями и особый говорящий карандаш. На каждой странице такой книги объемные картинки из ткани. Они развивают тактильные ощущения и остаточное зрение детей. Книжка, которая играет с детьми. То есть не только они с ней, но и книжка с ними играет. И мы посмотрели, как эта книга детям нравится. Мы хотим, чтобы эта книжка досталась всем слабовидящим детям, ну, по крайней мере, всем тем, кто живет в Москве сегодня. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы такая книга была у всех детей в России. Только в Москве живет свыше 5500 детей с нарушениями зрения. Видеть и понимать мир их учат в 50 детских садах и 4 специализированных школах.